Дорогие друзья, сегодня очень торжественный вечер, праздничный и для нашей семьи важный. У папы, у Виктора Ильича, сегодня концерт очередной в этом прекрасном зале, в зале Малом Филармонии. И он посвящен, приурочен к его 75-летию. У нас съехалось необычайное количество родных нам близких людей. И сегодня мы счастливы здесь быть, слушать эту прекрасную музыку и видеть на сцене нашего дорогого папу Виктора Ильича Акуловича. Спасибо огромное за этот фантастический вечер. Все отлично. Я не могу смотреть. Нормально. Не, чуть-чуть. Пойдем туда. Метр? Ну, метр.
Спасибо.